Пойдем вы. Добрый вечер, меня зовут Илья Худяков, приветствую всех на стадионе Центральном, в Алапаевске. И нам предстоит посмотреть матч первенства области по большому футболу в рамках 12-го тура. Встречаются хозяева поля Триумфа Алапаевск в синей-желтой форме и команда Синара из Каменска-Уральского в традиционной черно-белой форме. С 12-ти? Задача будет 10. А можно попросить маленько подальше чуть? Как? Обзор. Не, подальше себя немножко туда вот, вдарь. Синара с мячом. Команда из Каменска-Уральского, безусловно, фаворит в этом матче. Один из лидеров чемпионата. Наверняка будет действовать первым номером на протяжении всей игры. Ну, тренировка знала силу соперника, наверняка будет действовать больше от обороны. Это счастье в контратаках. Хороший перехват, делает триумф. Подача на правый фланг. Обратный пас, и вот тут уже потеря. И нарушает правила триумфа в центре поля. Озвучим стартовые составы коллектив, начнем с гостей. Капитан команды 17 номер Корольков Данила. Голкипер Кандауров Юрий, первый номер. 18-й Еркимбаев Артем. 14-й Кочетков Егор. 16-й Ляхов Виктор.
Второй Никитенко Андрей. Десятый Осколков Максим. Хороший пас. Навес состоялся, но тут защитник разряжает обстановку. Будет разгон головы. 19 номер в составе Синары. У нас полуяхтов Михаил. 9-й Решетников Константин. Вот Константин один из лучших снайперов всего чемпионата. Чуть позже скажешь мне точный показатель забил мячей. Лидера ФК Синары. 7-й номер Шурига Станислав и 15-й Иудашев Алексей. Руководит командой Богуцкий Ян Михайлович. Глава разыгран. Очень так хитро. Ближний угол, на ближнюю штангу. Разыграет комбинацию. И там защита помешала нести удар. И тут получил повреждение игрок Труфа, но мяч у них, можно продолжать атаку. Перехватывает весь Синара, сразу же вперед. Сначала Захар. Пас на фланг. И снова потеря. Это Уфа возвращает на себе. Хорошо, спереди. Точный пас, мяч уже штрафной, но нету оборона. Синара дальше развить атаку соперника не дала. Классно там дриблинг обыграл одного на фланге. Игрок Синары подает, удар головой состоялся. Но мяч потел мимо ворот. 19 номер пробивал Михаил Полуяхтов. И Михаил заработал все-таки угловые. Продляем за очередным корнером у ворот Триумфа. Снова на ближнюю, как-то однообразно пытается вот разыграть Синара стандарты и очередной раз Триумф. Выходит победителем на втором этаже. Дебют матча проходит в равных условиях. Пока что без особо острых моментов, но вот отметим только удар головой в исполнении Михаила Полуяхтова, там было опасно. Перейдем к составу Триумфа. Голкипер, как обычно, Сергей Павлов, 16 номер. Полевые игроки Никита Антипов, капитан команды 28. Габдракипов Никита, 18. 26 Едыханов Захар. Хороший был навес, но кнопку разбил капитан команды Триумфа Никита Антипов. По 21-м номеру действует Евгений Карагонин, 12-й Комлев Виктор, 22-й Кухацкий Иван, 19-й Макаров Михаил,
девятый Ян Цупа, вот именно Ян в прошлом туре отличился, забил точку на арктическому горняку, но в итоге ничего не хватило, проиграл на выезде с счетом 3-1. Ну вот, если Ян тогда вышел на замену, сегодня он стартом составил. Да, благодаря вот забитому мячу в прошлом туре. Сеславов его выпустил с первых минут. 11-й Шумхин Евгений. 4-й Щукин Станислав. Сергей Лобазанович, ну ты че? Ты что, думаешь, что кидаешь? Куда ездишь? А? Так катаюсь по городу. По городу? Ты не езди по городу. Все, бьют. Ну и главный тренер Соловьев Алексей Александрович. Обычно играющий тренер, но сегодня его в стартовом составе нету. Занял уже главную позицию на тренерском мостике. Вот Алексей Красов крупным планом в сине-желтом свитере. Ну вот первый неплохой момент создали хозяева поля. Дальний удар последовал и заработали первый угол в матче. Попытка была сразу так вот ворота закрутить, надеявшись, что голкипер ошибется, но нет. Вратарь сыграл Синары. Юрий Кандауров. Надежда. Ну, возле церкви Кандали он улетел, он говорит, я больше не езжу на велосипеде по городу. Нас не позволяет, дороги надо велосипедить. Погода сегодня в Алапайске тепла, 20 градусов, тепла. Вчера погода классная, футбольная, да? И что, да, классно для футболистов. Небо у нас в облаках, солнце не мешает. Как-то что, как сегодня дела? Потихоньку, да? Довольно прохладно из-за этого. Такие суперкомфортные условия. Ты Серега для футболистов жары нет. Ну и вот для нашей телетрансляции тоже плюс, что солнце, которое обычно вот как раз напротив нас, сегодня спряталось за тучами и картинки передаваемым не мешают. Что, пошел что ли? Да нет, встану туда на свое место. Подача, и это гол. Подавали все время на ближнюю, тут мяч потел в центр поля и классно замкнул эту передачу игрок Синары под номером 2. Это у нас Андрей Никитенко. Забивает быстрый гол. Гости выходят вперед. 0-1. Вот такая слабина. Что он говорит играть? Какая говорит слабина. Защитник прибежал, забил. Он защитник побежал, эти задерживают всех эти. Защитник побежал, начал свободно. И вот нападающий должен бежать за ним. Нападающий просто встал вот здесь. И защитник прибежал, его никто не держит, и все так. Ну как? И он забивает. Эпизод разбрал. Вот директор стадиона. Если защитник бежит, нападающий должен защитника уломиться. Евгений Вячеславович. Защитник подключился вот к стандарту. Все запутал и в итоге никто не смог ему помешать точно пробить с убойной дистанции. Остальное остается. Потом повыслуем.
Гол у нас был забит на 12-й минуте. Автор мяча Андрей Никитенко. Номер 2. И Константин там поборолся. Да. Мяч для своей команды сохранить не смог в этом эпизоде. Попытка была у Синара обострить, но получилось, мяч у Триумфа. Классный дриблинг. Черпачок такой мини-футбольный. Но партнеры такого эстетского паса не ожидали. Кто в ту зону не побежал. Ну, отметим триумф, несмотря даже на пропущенный мяч. Продолжают действовать вполне на равных с лидером первенства Свердловской области. Команды из Каменска-Уральска. Подача штрафную, защитник справляется. При этом точно отыгрывает на партнера. Набирает скорость, 14 номер. Пасовывает чуть назад. У них бюджет 10 миллионов. У нас 600-700 долларов. Просвет штрафную, справляется оборона Триумфа, мяч у них. Все, как дешево, все до одного. Все, кто есть, все до одного. Хороший перехват, идет захват, спрятался за мяч. Пасует на фланг. Евгений Шумихин. Пять мяч дальше налево. Серия обманных движений. Подача на дальнюю. Ну, похоже, друг другу помешали. Какие триумфа, но и сюда так и не получилось. Речь на Константина, но это вот на опережение триумф. Мяч прихватывает. Сухая у него под 40 тысяч. От него до мы-то. Озвучим также бригаду арбитров. Главный судья Роман Копылов. Ух ты! Вот это моментище. И как промазал там. Игрок триумфа непонятно. Ян Цуп это был вот как раз вот игрок, забивший в прошлом туре. Мог и в этом уже отличиться. Но вот, попасть в ворот. К сожалению, для местных болельщиков не получилось в этом эпизоде. Но очередной раз замечаем, что триумф молодцы, да, вполне так на равных. Несмотря на то, что уже проигрывают в 12-й минуте. Так вот, мы продолжим звучать бригаду арбитров. Первый помощник Андрей Жибрун. Второй помощник Девятков Максим. Инспектор матча Марат Галимов. Продолжение следует...
там полил. Андрей Валерьевич, а что это? Андрей Валерьевич, что-то никто не звонит, не пишет, блядь, отель, что-то запретил призывать. Жестко встретились с Захаром, но шоу в этом эпизоде главный арбитр Роман Копылов не зафиксировал. А продолжается. Хороший перехват. Ну а тут срабатывает право фаерплей, игрок триумфа. А, игрок триумфа на газоне, и вот все вижу. Футболисты так не стали продолжать и поправим фаерплей. Синара теперь должна мяч вернуть хозяину поля. Да, так есть аплодисменты. Мяч снова у триумфа. Борьба в воздухе, выиграть триумф. В центр получает обратную передачу. Захар обостряет. Тут мяч снова у Синары. Константинцев принял мяч в игре. Прослел штрафную, но там никого из игроков Синары не оказалось. Мяч у триумфа. Каждый день целый год, а? Виктор ошибается, мяч прихватывает Синаров. Удар состоялся, очень красивый мяч летел в ближнюю девятку, но, к счастью для триумфа. Мяч в створ не угодил. На данный момент у нас турнир на таблице Синара Каменск-Уральского идет на 4-й строчке. 6 побед, 3 ничьи и всего 2 поражения. 21 набранное очко. Ух ты, еще один гол мог состояться со второго этажа. Но в этом эпизоде соперника простил. Атакующий игрок Синара. Максима Оскоков. Попал в ворот из выгоднейшей позиции. Команда «Триумф» в чемпионате идет на 9-й позиции. 3 победы, 1 ничья и 8 поражений. 10 набранных очков. Ну, немало забывается, но коллектив из Алапаевска, 17 мячей в этом сезоне уже на их счету, 26 пропустили.
У Синара 35 забито, 12 пропущено. Конечно, состав сильный такой. Больше них забивает только Динур. Жасмин. А вот Урал без кутра идет на третьей строчке. Играет. Очень классно в обороне, всего 5 пропущенных мячей. Ну и забивать немного 14. Но не мешает это им опережать вот Сару из Каменска-Уральска на 2 очка. Классно, обыгрывает 15 номер, подает, но положение не игры фиксирует Лайнсман. На первом месте идет Динур, на данный момент 31 очко, но у них 2 игры больше, чем у других команд, кроме Жасмин. Меня анализы, то есть 29 очков. Ну, вот, третьим, как уже озвучил, был Асбест. В случае сегодня Синара побеждает, Урал Асбест теряет очки. То есть Синара... И хороший шанс подняться уже на третью строчку. Надежно здесь у Синара, это голкипера. Ну, они ведут уже в счете 0-1. Ну, где-то можно уже так вот мяч покатать в стиле Барселоны. Думаю, они соперники, потом уже свободные зоны. Пытаться увеличивать преимущество. Ну, триумф, хороший перехват. 4-3 атака. Но там впереди не получилось зацепиться Яну Цупе. Это атака коллектива из Каменска-Уральского. Мяч в игре или нет? Нет, все-таки арбитр показывает, что нужно разыграть аут. Штрафной удар, будто разыгран с левого фланга. Так вот, я уже говорил, Константин Решетников лучший снайпер. Стоит Синара. На счету Кости уже 13 мячей в чемпионате. И опережает его только Андрей Буланке из Динура. Андрей 16 мячей забитых. Попытка была пробить, защитник заблокировал. Руками не вели. Захар. Вперед. Назад на капитана. Никита направо. Дальше на левом фланге у Виктора. Вот мы желтые футболки, Игорь у нас вначале. Потому что диагонально Яна, но там оборона Синара не дремлет. Куча порыв триумфа приостанавливает. Вот здесь хороший прием техничный. Яна уже был готов пробить, но в последний момент
Что мы сделать с Ренатом дома? Ждет партнеров. Семинары. У нас продолжается, и тут уже голкипер Теренфас вступил в игру. Сергей Павлов. И при этом получил это небольшое повреждение, нужно идти. Себя Сергей, но все в порядке. Готов продолжить матч. Идет у нас уже 29-я минута матча, счет 0-1. Просто гол удалось забить гостям. Не, раньше сделал. После этого у нас так немного игра успокоилась. Локомотив продолжает создавать хорошие моменты, но вот пока мы отличиться после 12 минут матча не удалось. Ты, короче, синоптик будешь. Тебя погонял, Алекс. А где этот микрофон? Леня орёт. Его забрали. Забрали. У нас касание. Ну, тут вновь очень цепкое действие оборона Синара. Константинов. Что прием. Дал партнера на левый фланг. Подача. И тут разряжается постановку капитан команды Никита Антипов. И очередной Конор будет это разыграть. Синары. Уже пятый, шестой угловой. И вот один принес им забитый мяч. Посмотрим. Да, снова учиться со стандарта киевского войска уральского. Голкипер. Сергей Павлов отлично действует на выходе. Кулаком мяч отбивает. Комнат фикта вперед. И тут все-таки фиксируется фол. Да на Яминовце сидел. Хорошо, корпус поставил 22 номер. Иван Кукарских. Ошибка мяч у гостей. Заброс на левый фланг.
И тут нарушили правила игроки триумфа. Ляхов Виктор разыграет стандартное положение. Мы все пошли вперед, в штрафную. И классный там был удар уже, казалось, что мяч залетит. Да нет, нет. После момент защитник там разрядил обстановку, тут была попытка пробить через себя. Там акробатический трюк. Ну, сделать это не вышло, и вот хорошая возможность контратаку провести триумфу. И заработали своей активностью хозяева угловой. Высокая подача. Воздух за Синаре. Не для кого-то. Я... Вперед на правый фланг. Сейчас играл игрок триумфа. Тут же потеря. И здесь все-таки Константин. Решетников надо учить правого, по-моему, главного арбитра. Хотя эпизод был спорный. Десять минут у нас до завершения первого тайма, счет 0-1. Впереди гости из Каменска-Уральского, команда Синара. Ну вот защитник побежал, и сидел угловой, блядь, а это вот, который у нас 22-й здоровый. Кто остался середине улицы? Кто-то забегает, угловой. Ты что не забегаешь? Дима, здорово! Ты чё, если чё, звони! Не стесняйся! Ну, к концовке матча уже... Мяч контролирует больше... Синара. Дальше. Найти. Ключи к обороне триумфа, но пока что вот, уверенно действует коллектив. Алексей Соловьева. Ну, в каких-то эпизодах везет. Счет у нас по-прежнему 0-1. Сергей Павлов с мячом. Будет его в игру руками. Захар. Перевод направо. Цепляется он 22 номер. Все очень цепко его встречают игроки Синары. Мяч снова в воздухе. Неудачный прием и есть возможность триумфа продолжить атаку. Вот
да, наверное. Классно, кросс, закрутка. Но уверен, в эпизоде. Действует голкипер. Цена Юрий Кандауров. Все удар сопернику не позволяет. Тут уже Михаил Полуяхтов красиво сыграл в подкате, и мяч приходит его команде. Передача на Константина Решетникова, но там очень грамотно действует триумф против одного из лучших снайперов первенства. Убегай, блядь! Ян Цупа подает и зарабатывает. Нет, все-таки это не угловые. А вот мяч подав флажок вот со стороны боковой линии. У нас на игре снова сегодня присутствует фотокорреспондент, и можно будет посмотреть фотоотчет. Сообщество триумфа ВКонтакте, ну и также на страничке Федерации футбола Свердловской области. Также социальные сети ВК. Ну а лучше голы. Всю статистику 12-го тура также можно отслеживать, посмотреть в инстаграме Федерации Свердловской области. Ссылочки на YouTube канале присутствуют. Так что, кто не подписан, подписывайтесь и следите за развитием событий. В первенстве Свердловской области. Небольшой ветерок у нас поднялся на стадионе. Грозовых тучек пока что не видим. Надеемся, что все-таки дожди посадки продумила. Матч завершился в комфортных условиях. Тем временем у нас на газоне футболист Синара получил, видимо, удар в лицо. Да, вот сигнализирует об этом арбитра. Досталось в этом моменте Станиславу Шурига. Желаем, конечно, здоровья. Из-за тебя тоже. Так, и всем участникам матча, сам без травм. Файрплей, аплодисменты, Синара мяч триумфу отдает. Меня пропитывает. Виктор Комлев, центр, на Никита Антипова. Никита дальше вперед. На Ивана Кукацких. Там записать триумфу не удалось, приди.
Ну, один момент у коллектива Алексея Александровича Сойер был прям 100% там Ян Цупа с убойной дистанции не попал ствол ворот. Там мы лежим. Тримфовцы еще сравнять, но пока что впереди Синара. Ну, действует, как мы ожидали, первым номером. Концовка первого тайма полностью за ними. Лучший контроль. Ну вот, взломать второй раз. Оборону Тримфа никак не могут. Где-то вдалеке даже просветы появляются. Может, даже солнце мы увидим. С первого тайма. Тут очень эмоционально встречают решение арбитра. Девятый номер Синара Константин Решетников. И за это несогласие получает Горчичник. Девятый номер. Лучший снайпер команды из Каменска, Уральска. И у нас тем временем уже последняя минута пошла первого тайма. Попытается в концовочке Тримф счет сравнять. Использует стандарт в том числе. Мяча Захар Едыханов, номер 26. Все равно долгий. Закручивает штрафную, но там первый на мяче игрок Синара. Мяч их. Полевским 21-го. Тоже их же компания. Леха, середина. Евгения Захара, передача вперед на Ивана. И на этом все, у нас первый тайм подошел к концу. Ничего, даже арбитр добавлять и не стал. 15-минутный перерыв, передохнем. Мы их.
Да, да. Головы. Да. И снимаем, да. Прямая трансляция у нас идет. Прямая трансляция идет. Да. В интернете на YouTube-канал Федерации. А сколько будет? Если не секрет. У нас видеозапись. Можете, кстати, небольшое интервью дать, поделиться впечатлением о первом тайме. Будете? В следующий раз. Какой? Северный Урал. Вот мне технику на торговую. Ресторан такой Северный Урал. Нету сейчас такого? Сейчас нету. Да? Вечерний Урал был. А? Вечерний Урал. Нет. Северный еще был, да? Нет. А сейчас Вечерний Урал, да? Нет, Вечерний еще был там чуть подальше. Ну, вот техника стоит торговый. Ага. И вот здесь сразу. Сейчас нету, что-то другое, видимо. Живая музыка была. Я в технике учился, я вообще в ресторане был. В Северном Урале. А стагили учились? В ресторане, я говорю, танцевал, блядь. Все учатся, я в ресторане, блядь, нарисал. Там были гитары, блядь. Северный Урал, там с этими, с вашими, блядь, жуликами, со всеми как. Там рядом Гурман сейчас, кафе Гурман. Видимо, переименовали, может. Наверное, уже сколько лет прошло. В каком году были-то? В 77-м году. Ты не родился еще, да? Нет. Я там полетал со всеми этими, блядь. Я не поддавался им все равно, там все было правильно. Мне каждый день драки. Танцевали? Ну, приходилось, все кайфовали. Сейчас можно что-нибудь танец исполнить в прямом эфире. Не, не, по-русски не танцую, я это... Иностранное включим сейчас вам. Не, мне нравится. Я танцую. Не, я если танцую, я в Питере танцевал, я вас танцы аплодирую. Я в Питере только зависал. То есть для русской публики не будете сейчас? Не, я просто по-советски песни, я не кайфую. А можно попросить что-нибудь иностранное поставим? Супер Макс, если только. Чтобы я пошел, блядь. Да, это тепло 20 градусов. Он даже не знает, что такое Супер Макс. Я сим ансамбль Супер Макс, я сижу за один столом даже сидел. А что, как это пошли Супер Макс? Мы так говорим.
Да, давайте, давайте. Прямая трансляция сейчас идет. Прямая трансляция идет. На секунду-то давайте. Давайте прогноз, кто победит сегодня. Все, спасибо. Время матча слышно, а вот когда музыку, мы музыку отключаем, потому что там блокируют. Конечно, то я мотивирую здесь. А время матча все слышно. Вот-вот. Да? Видели, да? Ну, одну и рожу у меня. Да, да. Ну, поможно еще засвети еще раз, а? Под... Или нельзя? Надо еще, чтобы встали. Не-не-не, там... не, не, не. А, там уже не покажут. Там задержка. Не, вот если еще, то покажут. Не-не, не, не, давай. Я просто свою руку хотел. Почему слова? Как ты если кофе? Осмотрю на ноги, помоги, ты боги, не сойти с ума. Ты же солнце на, и жуткий свет, и морского ветра. Ты с другой планеты, ты хит моего лета. Ты хит моего лета. Я там зависал, казино катал, зависал. И когда я вышел, танцевал, понял, как на их паре, меня иностранцы аплодировали. Потому что они не видели, как человек двигается, потому что танцы — это гармония тела, понял. И вышел пацан, блин. У меня были туфли сшиты из кирзовых сапог, понял? Из круглых сапог были туфли из банки, из консервной дела, блядь. А футбол-то там играет? Ну, я за Алапаевск играл. А ты в Питере нет? А в Питере я ездил. Как тебе сказать? Пообщаться. Пообщаться, узнать мир, понимаешь, посмотреть, то есть, не мир, а вообще. Ну, понравилось? Я там 20 лет провел. У вас все жили? Ну, как, да, общался, жил. А потом что-то вот домой, друзья. Так-то, любимый мой город, надо было там оставаться. Может, вернетесь еще? Да, нет, я уже после. Здесь уже в курсе больше. В то время надо было оставаться в городе. 20 лет, 22 года, 30, не знаю, сколько, 60. Thank you.
Уфа первого встречается по трибуну. Вообще раздевал, но все за ним уже арбитры. Такие сенары. Матч у нас через некоторое время уже продолжится. Единственный гол был забит Синара на 13-й минуте вторым номером. Андреем Никитенко. Вот он красный попал на наших телеэкранах. К защите подключился на стандартный угловой на правый мяч. Ворота соперника головой. Кажется, дождь начинается. Давай, давай, ребят, давайте, надо, надо. Вытащи. Мать. Я там на Ютубе сказал, что ЛПС победит, он меня сейчас не снял. Так дело в том, что это прямой эфир. Я знаю, так я сказал, сейчас ЛПС победит. Не знаю, ты им скажи. Так что не материтесь особо. Не-не, он отключил. Ты что сказал? Что я сказал, ЛПС победит, он сказал ничья. Нет, Эдик, когда музыка наиграет, он отключает, видимо. Как цифр стоит. Ну ты не видишь, он просто. Витя! Не, не будет дождя. Сколько? До вторника не будет дождя. Это так, Слава, как это? Давай! Сергей, я жене скажу, что ты разговариваешь. Женя, давай кричи! И у нас начался второй тайм противостояния в рамках 12-го тура 13-го Свердловской области первой группы по футболу между командами. Триумф Алапаевск в желто-синей форме и команда Синара из Каменского-Уральского в традиционной черно-белой форме. И вот прям к началу второго отрезка поединка у нас все-таки дождь начался. Конечно, не сильно мощный моросит, но походу усилится. Я ему здесь подошел и говорю, я и так боюсь, что у нас скоро выглядит. Подача. Удар состоялся. И там все-таки положение вне игры зафиксировал Лайсман. Мяч в голову группы Телеповав. Тут же Синара возвращает его себе. Атака по левому флангу. Посвящает передача. Прострел, хороший прострел. И там уже в падении пытался в подкате замкнуть его игрок Синара. Сделать это не получилось. Чуть-чуть дистанции там не хватило, чтобы нанести удар. У нас тут шумовая поддержка.
стадионе. И болельщик отужился. Видишь, там игроки, а мне-то они эти такой все игроки, там один-два у них более-менее играют. Прям мафоном и призывает триумф забивать. Сереги Колова сказал, что сейчас матч. Слепалов сильно вперед и вновь там. Продолжить атаку центра поля. Не удалось. Не может, вообще уже все игры, я сколько смотрю здесь. Все игры у него. А что он еще приходит? Вот хорошая возможность провести контратаку хозяин. Но нет уже. Гости все вернулись на свое половину поля. Это приход позиционно. Только его тень. И тут голкипер не уверенно сыграл. Попал, да? Не смог выловить. Ну и навес тут был такой непростой. Мог в дальний угол. Видимо, вратарь перестраховался в этом эпизоде. И как раз с этого фланга гости отличились, посмотрим, куда следует. Хозяин забить с корнера. Не говори, блядь. Он, мне кажется, выиграл. Отдача, но здесь удар не удалось. Колумбия, блядь, Колумбийца? Заброс вперед. Но пас точно не вышел. Улетел благополучно к арбитру триумфа. Ты смотрел? Уверенно? А это кто верит? Ты смотрел в боксе, не? Сергей Павлова. Че, ты видел, как он его лупил? Это ему присудили просто, танцор. Эти наши там... Ну, он не лупил, он ракет. Ну, тут болельщики обсуждают поединки, как раз вот в эти выходные завершается Олимпиада в Токио. Это просто чисто здесь. Но! Но! И сегодня даже... Также состоится... Дави! Турнира по футболу. Ну, блядь, он попадал. Что, поменял 22-го, что ли, да? Может, даже вот параллельно с нашей игрой. Вот эта встреча, там испанцы и бразильцы, подверг тоже завоевывают золотые медали в турнире по футболу на Олимпийских играх. Колумбийцем колумбийцем? Стал видимо. Каким-то колумбийцем? С Кубой? С Кубой? Нет. С Кубой? С кубинцем? С кубинцем убился. Да, там что? С кубинцем? Чувак? Я думал, с колумбийцем, блядь. Ну как? Ты че знал? Колумбийцем? Значит, он наворочил, тут танцор был, тут прыгал, как заяц, блядь, по рынку, понял? Вообще, блядь, и присудили. Наши знают, там ты же видел. Подача, такой какой-то удар. Сергей Павлов справился. Он колумбиец, сказал, ну какой колумбиец, колумбиец, там у них просто написано как бы Куба, чё, да, да. Колумбия, ком, ну видишь, Колумбия, ком, Никита Антипов, которая команда есть надежная, наш него, Виктор вперед, он тут на перехвате, Синары, мяч. Забрала, тут же потеряла. И вот контратака триумфа. 4-3. Хороший пас был обостряющий, но тут в последний момент очень цепко действовал защитник гостей. Нанести удар. Убегал. Я, ну, прыгал, супе не дал. Убегал, скакал он. А потому что, он знаешь как, Ян, он бегает, ударит его, блядь. И все, и ломится, опять ударит, и ломится, понял? Он, короче, не может попасть. Он просто попасть. Тут попасть не может, блядь. Очень резкий победник, блядь. Как насилие сразу топчет. Такой, блядь. Резкий, блядь.
Это не боксер, это вообще какой-то. Переживание тут хорошо сыграл. И отдали ему предпочтение, а так-то вообще это... Блок триумфа. И замена. В составе коллектива из Алапаевска на поле появляется Михаил Савченко, 10 номер. Как 11 держится, так до держания мяча даже близко нет. Прошлый свой тур гости проводили в Березовском. Сейчас с местным коллективом Брозекс и очень хорошо для них та встреча сложилась. Выиграли 1-6, игра была аж 18 июля, вот такая вот пауза. После первого круга была для Синара. Сегодня наш финал волейбол играет. Поскольку 7? 7 где? С кем они играют? Франция. Ну, триумф. За золото, да? Наши мужчины, да? Да. А женщины? Перестал с Роскоба 7. Играл прошлые выходные, проиграл Качканару 3-1. А до этого у себя дома уступили к команде Урал Асбест. Еще там 0-1, очень тогда вот напряженная встреча получилась, по сути. Тоже довелось все транслировать. Вот это куби? У нас без там, безусловно, без 101 номер, но триумфа были хорошие моменты, чтобы набрать очки, но... Сделать это не получилось на родной арене центральной. Снова у нас Юна Борисович призывает забивать мяч. Атакует. А что у тебя? В детском доме привезли. Дождь у нас тем временем прекратился, так немного поморосил в начале второго тайма, и погода снова. Улучшился. Хорош, хорош! Дальний удар, бывают аплодисменты, был триумфа. Пошел пробил, но мяч протер прямо в голкипера. Я так вас скажу, не худшая игра, блядь. Синара. Интересно смотреть. Я им, блядь, зашел, я говорю, вы, блядь, давай. Я сказал, Рикошет, мяч Сергея Павлова, вот руками, кидает левый фланг. Снова у нас призывы местного юного любителя футбола. Ну, я вижу, я, Андрюха, хожу с ними, да, почему играть? Там они все такие чизовы. Что, нужен гол? Ну да, конечно. Павел Скотч нужен, даже два не повредят, выйти вперед. Давно не было побед на родном стадионе. Очки не набирали, но вот сегодня пока что расчеты не критичные, где-то можно попытаться забить. Огорчись, грозной Синара. Играть можно сейчас! Это новое правило! Пастай! Передача в разрез. Прострел состоялся, но тут все прочитал голкипер. Гостей. Давай! Перехватил Юрий Кандауров.
Ворты тебя печатали. Капитан команды, 17 номер. Данила Корольков, направо. Я завязал с хоккеем. А этот ваш отец говорит: Серега, здесь проигран 21. А я всю ночь там с девочкой занесу. Константин Решенников. Ломал что-то играл. И утром Андрюха. Отдача. Штрафную, и тут уже не стал. Ничего, вы думаете, защитник? Серега наигрался. Видишь, что рядом с ним. Я лежу, меня вынесли. Такой еще игрок Синара просто разорил обстановку. Выгнал мяч в аут. Это был четвертый номер. Станислав Щукин. Мы искали, он потерял. Мы же как я ему зарабатывать выглядел. Сейчас на Ютубе, когда он с ресторана шел. А, вообще КПЗ сидел. Ты когда вам ящик это рассказал? Да, да. Не на улице звонишь. Это милиция с Черепаном в ящике это разобрала. Нет, какой милиции, я не помню такого. Его застрелили. Тут уже Никита Антипов, Слава мяч. За пределы поля, повтор на Конова. Голкипер не дотянулся, но все обошлось. Мяч никого там не задев. Лево, Стася! Они вызывают подмогу. Они меня заворачивают просто и возят меня, блядь. Оказывается, вся была причина в том, что построили новое, как я знаю. Он кил за пределы. Нет. А где народу в 12 ночи найдет, да? Ты чё? Я приеду, там 20. Миша, давай, надо, на, что-то делать, давай! И вот возможность провести ход в атаку. Но опасающий пас не прошел. Я говорю, мы там быстрее живем. Я говорю, в смысле? Ну, мы там вот новое КПЗ построили, надо подписать, мы если не платить. Они же когда ходят, я там двери им ломал. Они говорят, надо этого соседа спасти. Я говорю, ну что, мы не сикали, не сикали. Ты да? Да. А я курил эти парламенты. Еще Синара начал взломать плотно оборону Триумфа. Спадет стенку. Удар состоялся, но прямо удар кипера. С мячом снова у нас Сергей Павлов, 16 номер. Вдвоем мяч за пределы поля, так видит, что игрок Синада получил повреждение. Ну да, у нас сегодня таких вообще. Не, это вот когда-то вышли. Сейчас там же. Я тогда они меня шестером нормально. Душ там, ты что проходит? Я тут достал пройти по этой. Из каких-то жестких нарушений правил. Всего один горчичник мы видели в первом тайме, и тот был за спор с судьей, а не за... какого-то жесткого столкновения. Константин пытался в стенку сюда с партнером. Он заходит такой, а я бежу. Тут очень плотная оборона с Ньюфом. Ну-ка ноги мне массировать. Сыграть на коротке не дала. Ну-ка массируй ноги. Он чего хотел, что ли? Так я там двери новые загнул. Я разбегал. Да убегай, блядь! Убегай! Да бегите кто-нибудь, блядь! Хороший контроль над мячом демонстрирует нам. Миша, так беги, блядь, он мне пас даст, блядь. Чё ты перейдёшь, то я не еле. Я туда иду, понял. Матвей Шапочников там был, третий номер, вышедший на замену. И в итоге заработал штрафной удар. Подача! Подача, бля! Ну, подавай! Вот! Подача состоялась, но мяч в итоге пересек линию, улетел за пределы поля. А так, по задумке все было классно, там уже... Михаил Савченко, эту передачу, он, конечно, ждал, чтобы замкнуть.
кто бы там уже не смог помешать пробить. Но, к счастью, для Синара иначе. Белополе покинул. Они все там друг. Нельзя так было пацаны играть в футбол. Один вот пусть человек, который немножко кричит и все, остальные пусть помолчатся. Лево шов, лево шов! Лево! Вот. Просто забрался выход 1-1. И голкипер выручает. Что-то, блядь! Я, ну как так? Ян Цупа оказался на ударной позиции. Три Яна, блядь. Но момент же был 100%. Сравнять счет в матче снова вот у Яна не получилось. Тайминг был супер момент. И вот во втором тоже. Пока что забить не смог. Ставят корпус, 10-й номер, но арбитр за такой пенальти не назначит. Тут вообще за 3 метра никто не трогал, он так поднятит. Так встань, как скопан, пусть он тебя толкает. Здорово, Миша! Здорово, Миш, до конца! Вот всего 2 лопаса делает Миша и... Вратарь! Нет, еще вот этот, не думаю, старогодник понял. Трое. Его как же выкрыли? И жарит, парит. Нарушает на этот раз право Триумф. Он спортивный. Вот получается трое лопается, а остальные все стихи. Почему так? Там еще 5 или 6 человек, да? Навалочка. Стандарт идет реализовать Станислав Шурига. Номер 7. Ну зато понимаешь, как тебе сказать. Саня. Ой-ой-ой. Просто была подача и там в итоге. Как ему забить? Ну, блядь, катни ты просто. Вот сейчас Олег надо было просто катнуть мимо вратаря. Не в ворота, а мимо вратаря. В итоге все закончилось угловым. Потому что, Андрей, нужно мимо вратаря катать. Не в ворота стараться, а мимо вратаря. Ну все ты мимо, просто и мимо его катать. Не мимо ворот, а мимо вратаря. Здесь же видишь, на ходу здесь тоже будет. Ну конечно, момент. И это 0-2. Снова Синари помогает. Стандартное положение угловое. 2-2 гола головой. У тебя еще есть один. И снова так вот все вместе. Синара. Да, остро. Это внимашки празднуют. Второй забитый мяч ворота Триумфа. А? Что нарезал? Да. Я тогда с Серегой поеду. Ну, ладно. Давай, давай, ребят, продолжаем. Давай. Надо, блядь. Забить хотя бы. Давай. Работаем так же, работаем. Сработало правило. Не забил момент Триумф. Ян Цупа от уже Синара. Ответили. Паша, пожарить тебя. Паша, пожарить. И увеличили преимущество часа. Снова защитник. А вот не забил. 18 номер. Получили. Да, да, это всегда, это закономерно. Да, не забил 100%. Я удивляюсь всегда этому. Вот если точно не забиваешь, все. Все, твои ворота получишь. Давай, 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 ребята. Артем Евкимбаев. Давай, давай, играем. Проиграть, ну хоть не стыдно, блядь! Блядь, у нас без... Хоть плачки, привет, блядь! Нас без, ты помнишь, проиграли? Че? Че, без... Я никакой разницы не увидел. Гол был у нас забит на 66-й минуте. У нас 3-0, там клопнули здесь, и там 5-0. Все четко ясно будет. Поэтому говорю, ну не они никакие, мы никакие. Ну, неинтересная игра, как вязкая. И забил тот, блядь. Ну, все, блядь. И забили, причем оба мяча. У нас даже момент не было. Гости из Каменского Уральского с угловых.
И сделали это защитники. Хороший перехват. 3 в 4 идет атака. Хороший дриблинг. Демонстрирует. Третий номер еще пас пяткой по Стрельцовски. Вперед, вперед! И эффективно что? Самое главное. Это Матвей Шапошников, который вышел на замену. Очень хорошо вошел в игру и не первый раз уже классно действует в атаке. Перевод! Перевод! Хороший прием с разворотом, передача вперед. Встал, допал, а ну что такое? Да, тут уже потеря с мячом гостя. Вообще же за них болеют, за других. Подержите мяч, блядь, парни. Захар на фланг, но тут снова продолжить атаку уже не получилось. Цепка действует гости в обороне. Тут очень эффектно ходит соперника. Игрок Семярос, причем капитан, возвращает обратно Евгению. Не подумал. Алексей Тихонов под 11 номером тоже вошел в игру за замены. Да вынеси по-человече, ну что ты вынес-то куда? Дай вот сюда в прямую, да? В свободную зону, пусть эти вымятся сюда. Пас в центр, в центр, пас вверх, блин, кто дает-то? Очень трогательно у нас тут болеть. Юный болельщик призывает забрать мяч. Уже не забить, хотя бы забрать. Малорик, Жека, Малорик. Имя этого героя гения. Самоотверженно поддерживает всю команду. Почти всего матча. Несмотря на то, что уступает пока что триумф 0-2. Желтый! Или красный? Давай поддерживай, Жека, давай, давай, давай поддержку, как сейчас мы уходим, капитан. Триумф вперед! Нужен гол! А то и больше! А то не больше! Потому что он там говорит, забейте один гол, я говорю, хуй нахуй один гол, хочу три гола. Теперь у нас медицинская помощь, кажется, такую триумфа. Заморозку применяет. Доктор. Сава хоть проиграть такую игру посмотрели, правильно? Ты вспомнил? Мы смотрели, знаете. А что за мужик сейчас на пойти посмотреть? Да, даже такой же лозунг, что в этот раз нужно забить. Вспоминает, видимо, Евгений прошлый матч. Со Сбестом, где был
Единственный мяч забит вот гостями, тогда вот когда триумф 0-1. 22 минуты, 32 секунды, наверное, да? Половину тайма еще, публика, да? Наверное, будет очень рада, если сегодня 32 минуты, да, сегодня? Триумф сможет хотя бы раз огорчить вот. Тебя не показывал? Синара. Где один там? Уже второй забить, так что... Товарищ, что до конца осталось? Время еще есть. Непонятно. Играет. Да, да, хоть играет. Сюда был разыгран, мяч прилетел благополучно в руки голкипера. 73-я минута. 73-я? Пошел, пошел! 72 минуты. Ну куда ты, бля? Миша, в чё ты играешь? 17 минут остается у триумфа, чтобы попытаться спасти эту встречу. Но для этого им нужно сыграть дважды. Хорошая подача, удар не получился, но подбор за Захаром, Захар подает, и тут уже... Так... Давайте защитники туда! Давай, видно, что нервничает оборона. Миша, тоже, Антим, давай, надо забить головой! Коллективы с Каменского-Уральского. Все туда, все! Стараются не рисковать, вот так вот по-надежному просто выносить мяч. Молдовы. Хорошая. Подача, все, скидка. Куда состоялся? И это! Давай, 2-1. Давай быстрее, давай еще. На 74-й минуте матча у нас интрига снова зарождается. Парни, сейчас нажмете их, давай. Отличился 20. Что это такого? Шестой номер Захар Едыханов. Послушал призыв Евгения, хотя бы забить, и забил тут же. Теперь уже новая установка, собраться и забить еще. Счет в матче сравняет, мы посмотрим, удастся ли это сделать Триумфу. Время у них еще есть, целых 15 минут. Тут же активизировались гости, чуть вот встречный момент не создали, там уже в штрафную проникли, удар не проникли, не получилось. Борьба, блядь, была! Чё ты, блядь, чистая борьба была! Чё за свистки, блядь? Чистая! Жека подтвердил. Забрать рука. Евгений уже озвучил все пожелания всех болельщиков триумфа. Нормально мочи. Давай, Жека, продолжай. Сейчас ты будешь поддерживать наши, сравняют. Стопудово за тебя выиграл. На 88-й, 89-й. Вся надежда на Евгения, что он снова 100%. Оживи триумф и предречет второй забитый мяч. Ты только чаще триумф слово употребляешь. Публика больше должна надеяться на, и на болельщика, чем на команду. Ну, команда тоже. Хороший был навес, чуть у нас третий гол скорого регистрации в исполнении Синара. Все обошлось для триумфа. Пытались не убежать в контратаку, не получилось. Паникал Синары, надо додавить, надо! Трансинара налево. Кино было. Снова мяч 18 номера. Хочется
будет играть назад, с выполненного поля. Человечка! Не было ничего! Сам! Малорик, Жека, красавчик! Давай! Так же, Жека, на поле выходи на поле! Поддерживай, давай! Вот так вот мы не вспоминали матч первого круга. Пока пауза. Посмотрели его результаты. Встреча завершилась на стадионе Ксок-Синара в Каменске Уральском со счетом 7-0 аж. Победили хозяева Синара. И сегодня у нас вот более напряженный матч. Такого преимущества у лидера первенства нету. И даже удалось по сравнению с первой игрой триумфу забить. У нас большая интрига на концовку. Зимой. Разрыв в счете всего в один мяч. 2-1. Ничего нет. Даже не инструктор. И до конца поединка остается 11 минут. Угловое, черноугловое. Они очень опасны в исполнении синаровцев. Два мяча же забили. Таким способом игроки из Каменского Уральского, причем сделали это два защитника. Как у Вани, Андрюха, поддержали нормально? Евгений уже даже грандиозный план ставит, что нужно победить. Давай, Захар, давай! Не только сейчас матч оставляет. Миша! Что ты делаешь? Михаил! Ни одного, да. Давай, забрать! Здорово! Тут срывает овации. 24-й номер. Хорошо действовал в подкате. Мы в том году с ними хорошо здесь сыграли. Хотя состав, ну, вообще зрелый. Максим Шориков там. Тоже вот игрок вышедший на замену. Отлично. И тут тоже, блин, не по делу. У Синара на поле появляется новый игрок. Уходит Станислав Шурига. 3 часа, я там грибами закинулся, нормально. Вступает в игру 13-й номер Андрей Тушков. Вот такие призывы Евгения подхватывают ребята, которые помогают обслуживать матч по краям поля. Вот так вот Женя всех в одиночку болельщиков объединил, и теперь уже практически все сейчас вперед, не пропустить и даже выиграть. Ну перемещайтесь быстрее, ребят, накрывайте, бля! Накрывайте, бля! 5 минут осталось, давай! 5 минут, скажи 5 минут осталось! До конца поединка, хотя вот, подскажу, что 5 минут, но еще 9 минут, еще 9 минут есть. 5 минут осталось! Ну это, видимо, чтобы так вот триумф прибавил. Время, подставляйся, бля! Подумал, что действительно 5 минут, что вот, время уже на исходе. Так вот, публика немного запутает свои же. Ну, во благо. Пойдет. Но! Нет. Да вы что встали-то оба? Там накрывайте им! Накрывайте там! Передача такая хорошая была, да? Саня, вот видишь, передача, когда длинная, она сразу все другое, понимаешь? Вот что надо, тебе, тебя требуется. Иди сейчас оттачивай. Да, тут много юных спортсменов тут же получают наставления. Так вот
Нужно действовать. Тут же, пожалуйста, тебе мастер-класс в исполнении. Вот. Ну, уже опыт у футболистов. Ну и по форме могут, значит, вам посмотреть, где-то разобрать уже по нашим видеозаписям. Удачных действий. Души, души! Первые, первые, эти первые! Пойдет чистый! Чисто сыграл, хватает! А ты что делаешь? Тут ошибка в обороне, мяч у Синара. Константин Решетников готовит свой прицельный удар, но его планы сорвал защитник. Миша, ну что это такое? Так, заблокировал. Снова Константин. Даже упав, поднимается, мяч для своей команды сохраняет. Лучший снайпер коллектива из Каменского-Уральского и второй. Еще, первенство. Ребят, работаем! Давай, 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 ребята! Ну, пойдем, просто пошли. Пока что меньше игр сыграно, чем у Динура. И, может, ну, кажется, в итоге своего основного конкурента Буланкина и опередит. Количество игр сравняется. Надо кричать. Переверни, Мишка! Четвертый! Вот! Пошел! Навешивай, блядь, туда! Че ты ждешь, ты еще, блядь? Не надо этого делать! Зачем ты это делаешь, блядь? Зачем ты это делаешь, блядь? Подай навес, блядь! Увлеклись мы. Трансляция, там табло. Вперед, блядь, за ум! Забыли поменять, но сейчас вот посмотрим, счет у нас. 2-1. Поэтому такое напряжение у нас на трибунах, так на поле. Тоже в итоге сколько очков наберет, мы уже скоро узнаем. Теперь уже точно до конца матча остается 5 минут. Сюда там не прижимается к своим воротам, продолжает играть в атакующий футбол. Да играйте его, вы не ради мяча, не играли мяч! Да играй, блядь! А на стене игрок на газоне, получит повреждение. Они играли, ебаный в рот! И фейерплей. Выбивает, блядь, мяч! Блядь. Триумф, все-таки мяч выпнули. Да вообще пиздец, нахуя человека делать, зачем? Снова медицинская помощь требуется футболисту. Че он делает? Доктор тут как тут. Да, ну че, побежал, заслужили как-то не пчу, а, по игре. Сейчас ты зачем убивал? Ничего, вот будет вместе снимаешь, будет ничего, будет закончится, был. Сейчас ты зачем убивать? Идите в атаку. Конечно, они сами не выбивают. Так вот играли бы вот так каждую игру, да? Домашнюю. Алексей Юлдашев получил повреждение. И очков на 5 больше. Конечно. В связи с ним, может, Захар. Вспомни, что с Асбестом было. Ну, ужасно. Да, в спину, видимо, пришелся. Ну, желаем, конечно. Алексею здоровья. Вот ничего серьезного не оказалось. Фейерплей, полисменты. Сюда у меня еще дает триумфу. И Евгений говорит, что отступать некуда, нужно только вперед идти, все сравнивать. Но время триумфа все меньше и меньше, чтобы это сделать. Всего остается 3 минуты основного времени, ну и возможно что-то все-таки арбитр матча добавит.
подозрение на пенальти, но нет, был Фараман. Нет, было, но он красиво падает. Он упал просто. Фол в штрафной соперника. Не зафиксировал. Дальний удар состоялся, неприятный выстрел в ближний угол. Женя! И пришлось. Скажи, 2 минуты осталось! 2 минуты! В игру вступил голкиперу Юрию Кондорову, перевел он на угловой. Подача, но нет. Вот снова у нас Юрий, герой эпизода. Пока мяч уверенно вылавливает. Да, буквально у нас остается 1.5 минуты до конца основного времени. От основного? Еще 3-4 минуты. Не даем бить, не даем! Заберем! Хорошо, дриблинг. Борьба. И разряжается Пасанков, игрок триумфа. Мяч вскакивает в финале. Сергей Павлов. Стас, ты это преступление сейчас совершаешь. Очередное. Подача вперед, игра пяткой. Вот, пойдет, отличный выход. Вперед на левый фланг. Жаль, все Соловьев весь на нервах, у бровки. Главный тренер триумфа. Ну и для тренера Синары тоже концовочка очень напряженная. Ты первый раз в Алапаевске, да? Нет, второй. Нормальный город? Сейчас уже здесь живет. Как он скажет, что невесту? Невесту скоро найдет. Конечно. Болельщики посетили в Алапаевск после второй трансляции. Но нет, нет, я все-таки не жидаю. Тем более нашего города праздник 299 лет, день рождения. Что привет Нижнему Тагилу. Следующим уже будет супер юбилей 300 лет. Пойдет шире, Мишка, Мишка, Миша! Ну, в связи с пандемией, Миша, сегодня у нас Миша, тоже Миша, многие мероприятия отменились, и салюта не будет. Центр, вот! Зато отличный шоу праздник, вот тут в Алапаевске. Вот, все, давай пас, вот! Три уже салютика. Не придумывай ничего, бля! Да ты че делаешь? Че ты делаешь? Сейчас заберут мячи. Отпраздновали. Теряет равновесие, неожиданно капитан команды, 17 номер, Синара. Куда ты, да вперед, грузи, блядь, что ты тут делаешь, вперед, грузи, блядь. Пас на Захарова, вот он, единственный сегодня гол организовал ворота Синары. Пытается что-то остро сделать. Смотри, передача, но нет, там. Триумфу не удалось впереди. Еще и повреждение было нанесено в этом крыле защитнику Синары. Зачем ты его трогаешь, блядь? Баня, Чмелев, зачем ты его трогаешь? Панические атаки. Опять что? Нет, после 50. Это 50, я
Зачем ты улетишь? Игорь, ладно, я костылем. Для чего, блядь? Да. Кину. Я здорово кидал вот эти гопоты. Не-не-не, прекрати. Парень приехал за 1000 верст из стадиона. А своих жив. Потом получил неодобрение за это. Я думаю, поступок, но все в порядке, защитник Синара. Возьмешь и сам будешь на тебя. Три минуты. Скажи пять минут еще. Поднялся и готов продолжить матч. 50 секунд! 50 секунд! Говори, 3 минуты, 50 секунд! 3 минуты, 40 секунд! Без комментариев Евгений все озвучил, все пожелания. Обязаны победить! 23 дня. У них фамилия Любомира. Да, триумф! С мячом Синара уже штрафной соперника на ударной позиции. И Крестовина выручает триумф от третьего пропущенного мяча. Давай. Мяч в игре. Миша! Очень цепко действовал там, но представим ему аж три соперника. И мяч там для своей команды не удалось. Вперед! Передача на фланг. И аут разыграет. Как тебе за Лапайска? Напряженная игра. Поле. Мир. Рокет. Мир. Имя поменял, чё? Была хорошая возможность вывести один на один. Реши! Партнеров футболист Синар, но последний. Передача все-таки. Потом трюха Трюва. Вперед! У нас уже 5 минут добавленного времени прошло. Свистка тоже нету. Нарушение! Все туда! И вот последний шанс. Пенальти! Заходи тоже туда! У Триумфа выполнить стандарт. Бери в руки, может даже голкипера уже подключить, но нет, все-таки Сергей Павлов не рискует, вперед не пошел. У мяча Захар навешивает. Играй! Но! Давай! Но еще! Удар состоялся и штанга вручает на последней секунде матча. Молодцы, ребята! Вот это труда. Еще 2-2, но Кавказ пас. Я думаю, что матч завершился, поздравляем Синару с Камчатской Лаской победой. Ну, триумф, молодцы, после матча первого круга 7-0. Играли достойно с лидером первенства, даже были близки, чтобы в концовочке не сделать ничего. Чуть не повезло. Привет, Анастас, Илья Худяков, всем спасибо за внимание, смотрите большой футбол, до свидания и удачи. Ну а вот герои всего второго тайма, Женя болел. Вел, можно сказать, ну, вперед своими криками, поддержкой, призывами. Молодец. Лучший болельщик
сегодня в Алапайске, это Женя. Спасибо, Данил. Как тебе, понравилось снимать? Все, в следующий раз приедем, еще к тебе обратимся, спасибо. Данил нам помог, провел видеосъемку. А, подождите, подождите. Провел видеосъемку. Громкий Поля. Ну и вот, футболисты все уже покидают стадион. Наш процесс уже точно подходит к концу. И после матча открыл нам даст Ян Михайлович Багузский, главный тренер команды «Синара» из Каменского-Уральского. Поделитесь впечатлениями матча, как сказалась игра для вашей команды? Ну, обычно это всегда наши игры, это в Алапайске проходят очень сложно, не исключением стало. И этот год, это в том году мы здесь тоже выиграли, очень-очень это тяжело. И в этом году тоже матч стал это не исключением. То есть очень-очень это достойный футбол показала местная команда. И очень было нам это тяжело, особенно в конце. Но получилось так, что мы выиграли. Ну, расскажите, как забивали, два стандарта сегодня использовали? Да, у нас это стандартное положение, да, отрабатываем мы, работаем на тренировке. Очень часто бывает это с игры, очень сложно это забить, и на помощь это приходят, это стандарты. Хорошо, что это реализовали, частенько у нас реализация стандартов очень высокая. Почему-то сделали два защитника? Да, да, у нас это ближняя, дальняя, шанга центральная, это зона, зонки прорабатываются, если подача идет в ту зону, куда нужно, то очень часто мы забиваем голы. Если вспоминать матч первого круга, была одержана крупная победа 7-0. Вот за счет чего сегодня такая вот напряженная встреча выдалась для «Синары»? Всегда, но я так понял, что команды «Алапайска» в домашней игре, когда мы дома это принимали, там были проблемы с составом. Сегодня это вижу уже как бы составом более-менее, но естественно. И думаю, плюс это настрой всегда. Все дома хотят выступить очень хорошо. И думаю, это ребятам удалось. Это, думаю, болельщики очень довольны. Да, может, не результатом, но желанием, самоотдачей, борьбой. Это очень важно в футболе. Ну вот у вас лучший снайпер команды Константин Решетников. 13 мячей уже забил в этом чемпион розыгрыше. Сегодня это сделать не удалось, но за счет чего он столько мячей забивает? Да, ну просто мы... В принципе, мы создаем очень много моментов, и он у нас на завершении, то есть, да, сегодня не забил, но, в принципе, в других играх мы создаем очень достаточно это много. Ну вот он у нас, как бы, центральный нападающий на завершении, всегда поэтому такая результативность. Голевое чутье у него хорошее. Ну да, голевое это чутье, плюс это мастерство, конечно, определенное есть, имеется. А воспитанник он вот именно? Воспитанник он каменского футбола, да. Здесь у нас из этого состава только у нас два человека приезжих. Это Данил Корольков, 17 номер сегодня играл, и Егор Качков, 14 номер. Остальные все у нас местные. Два человека тоже приезжих. Ну и давайте с вами выберем MVP матча. В вашем составе кто-нибудь сегодня стал? Ну, я бы сегодня отметил Андрея Никитенко, автора первого забитого мяча. Он и гол забил, и, в принципе, это в обороне свою работу сделал хорошо. Защитнику отдаем. Да, защитнику отдаем. Ну, спасибо большое, удачи вам уже в следующих матчах. Спасибо вам большое, вам тоже удачи. До свидания.